Привет, друзья! Последние годы у человечества вновь возник интерес к освоению Луны. За последнее десятилетие к Луне отправили уже 5 посадочных аппаратов, из которых 3 успешно сели на поверхность спутника. Калифорнийский стартап Venturi Astrolab тоже принял участие в новой лунной гонке и уже испытал в пустыне Калифорнии прототип многофункционального грузового лунохода для использования в будущих миссиях НАСА. Компания после тестирования планирует предложить НАСА использовать лунный ровер в будущих лунных миссиях Артемис. Если НАСА устроит новый аппарат, Flex станет первым пассажирским ровером, который будет курсировать по поверхности Луны со времен Аполлона 17. Луноход получил наименование Flex. Он предназначен для перевозки грузов и астронавтов. Ключевая особенность лунохода – модульность и универсальность его использования. Лунным ровером управляют астронавты, но в то же время он может управляться и удаленно с Земли. Модульная конструкция лунного ровера Flex позволяет ему выполнять широкий круг задач. Среди них – разведка, доставка грузов, строительство объектов и многие другие логистические работы. Инженеры показали работу лунного ровера на примере макета солнечного генератора, который 2 людей в скафандрах перевезли и установили на поверхности. Для погрузки груза ровер может приседать, чтобы поднимать полезные грузы с поверхности Луны. Вес ровера составит порядка 500 кг. Flex имеет хорошую изоляцию и достаточную емкость аккумулятора, что позволяет луноходу сохранять тепло от 100 до 300 часов в ночной период на Луне. Питание ровера идет от внешних солнечных батарей. Стоимость ровера Flex пока неизвестна. Компания хочет с помощью ровера осуществлять на Луне логистические операции и брать за это плату. Предполагается, что Flex можно будет доставить на Луну на нескольких типах ракет. Каких именно, еще не утверждено. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.